Добрый вечер! Сегодня я хочу вам рассказать русскую народную сказку «Журавль и цапля». Жили-были на разных концах болот журавль и цапля. Журавлю стало скучно жить одному, и решил он посвататься к цапле. Пошел журавль, тяп-тяп, тяп-тяп, 7 верст болот умесил. Приходит к цыплиной избушке и говорит: «Тук-тук, дома ли цапля?» «Дома». «Выходи за меня замуж». «Нет, журавль, я не согласна. У тебя ноги долгие, платье коротко. Летаешь ты плохо, да и кормить мне тебя нечем. Поди прочь, долговязый». Ушел журавль домой, не солоно хлебавши. А цапля задумалась: «Одной же скучно, лучше пойду замуж за журавля». Приходит она к избушке журавля. «Тук-тук, журавль, возьми меня замуж». «Нет, цапля, не хочу на тебя жениться. Уходи отсюда по-добро, по-здорову». Цапля заплакала и ушла домой. А журавль подумал: «Напрасно не взял цаплю замуж, одному-то скучно. Пойду позову ее обратно». Приходит к цапле и говорит: «Цапля, выходи за меня замуж». Но цапля обиделась: «Нет, не пойду». Ушел журавль ни с чем, а цапля задумалась: «Зачем отказала? Вдвоем-то веселее. Пойду за журавля». Снова пришла к журавлю: «Да только он жениться не хочет». Вот так и ходят они до сих пор по болоту один к другому, свататься, да никак не поженятся. Спасибо за внимание. Студия МТС желает вам спокойной ночи.